Сегодня в меню умное пирожное. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Яйцо 4 штуки. Соль 1 щепотка. Мука 120 грамм. Вода 1 столовая ложка. Сахар 150 грамм. Ванилин 1 грамм. Молоко 500 миллилитров. Масло сливочное 120 грамм. Предлагаю приготовить умное пирожное и побаловать себя и любимых этим вкуснейшим нежным лакомством. Ингредиенты доступны и практически всегда есть под рукой, выпечка очень простая, попробуйте. В процессе выпекания тесто расслаивается на 3 слоя. Вверх – воздушный бисквит, нижний слой – нежный пудинг и посередине получается начинка, что-то по вкусу вроде заварного крема. Подготовьте указанные ингредиенты. Отделите желтки от белков. Добавьте к желткам сахар, ванилин и хорошо взбейте все вместе миксером. Масса должна посветлеть и увеличиться в объеме. Влейте растопленное и охлажденное сливочное масло. Добавьте воду. Добавьте молоко. Всыпьте муку. Взбейте все вместе до однородного состояния. Отдельно взбейте белки с солью до устойчивых пиков. Частями добавьте в тесто. Перемешайте все ложкой до однородности. Тесто должно получиться достаточно жидкое, по консистенции как кефир. Форму для выпечки смажьте маслом и вылейте готовое тесто. Выпекайте около часа при температуре 160 градусов. Умное пирожное готово. Остужаем его прямо в форме, после чего нарезаем на порционные кусочки и подаем к столу, присыпав вверх по желанию сахарной пудрой. Простой и вкусный рецепт пирожного. А умное оно потому, что тесто замешивается в одной миске, получается жидким, а вот в процессе выпечки само разделяется на 3 слоя. Умное пирожное, волшебный торт, магический пирог, назвать можно по-разному. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом рецепте друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!